Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас будет очень интересное видео про волосы. У меня пришел заказ с Аптека.ру. Девчонки, вот такая коробка. Сейчас вместе с вами распакуем и все протестируем. Там у меня, я обещала вам показать очень крутые оттеночные бальзамчики, которые я люблю. Я взяла разных оттенков для светлых волос, которые круто нейтрализуют желтизну. Сейчас все вам покажу, будем вместе тестировать. Еще хотела показать, девчонки, вам фен-щетку, укладку. Смотрите, какую штуку мне муж подарил на день рождения. Ну, как подарил? Я выбрала, заказала. Он оплатил, поехал, забрал и подарил. Я купила эту щетку по рекомендации блогера Алены Ревзан. Я думаю, кто меня смотрит, многие смотрят ее тоже. Я ее обожаю, смотрю ее. И вот купила такую же, как у нее один в один. Не стала рисковать, было много. Сейчас выбор большой, крутящуюся, да. И хотела вам показать. Смотрите, девчонки, третий день. Я только что сняла шапку, прибежала с улицы. Объем без всякого начеса и волосики как лежат. Это третий день уже, на первый там вообще сказка. Просто. Я безумно рада. Я давно смотрела на эту щетку, общалась с Аленой в комментариях. Она как бы рекомендовала, что ну, для коротких волос это просто находка. И кончики запаивает, и все. В общем, я вам тоже все покажу ее в работе, как она работает, и будем с вами нейтрализовать желтизну. Потому что в прошлом видео, да, мы с вами осветлились, покрасились краской 7.1 Faberlic Expert Color, и все равно есть желтизна. Но она никуда не денется. Естественно, волосы были темные, она так сразу не уйдет. И чтобы сильно волосы не губить, да, опять их не красить, отложить этот момент немножко, я перебиваюсь вот между покрасками такими оттеночными бальзамами. Сейчас все вам покажу. Так, девчонки, Волос. приходят в таких коробочках заказ Аптека.ру. Мне, кстати, нравится там заказывать, потому что там бонусы спасибо можно списать. В пятерочке их сейчас уже нельзя списать, к сожалению. Вот. И у меня вот этот заказ, девчонки, вышел на 271 рубль. 250 бонусов я списала. И 271 рубль я заплатила за то, что у меня здесь внутри. Ну, это контейнеры для мочи, они всегда нужны про запас. Так, что я здесь купила? Я купила омегу, девчонки. Омегу. Вот такую омегу, крайне бюджетную. Она что-то вот рублей 100, даже 90 с чем-то была. Я посмотрела ее состав, сравнила с составом Faberlic, с кем составы похожи, и с составами дорогой омеги. И если нет разницы, зачем платить больше? Единственный момент, я когда пропиваю фаберликовскую омегу, у меня начинают какие-то такие, знаете, красные пятнышки по телу. Такие небольшие, появляться в одном месте, в другом, два. Я не знаю, с чем это связано, почему у меня так организм реагирует на фаберликовскую омегу, другую я не пила. Пробовала 3 раза в течение 2 лет ее пить, и постоянно почему-то такие пятна появляются. Не знаю. Я решила взять вот такую. Посмотрю, насколько она. Сейчас я вам состав покажу. Девчонки, меньше 100 рублей. Вообще, конечно, супер. Вот, попробую вот такую пропью, посмотрим. Так, и взяла себе из... омега-369. Вот я вам показываю витамин D, говорю про омегу, девчонки. Вот омега. Омега-369, вот как она выглядит до 100 рублей, да? Так, вот, где состав здесь? Нет. Вот состав. Состав идентичный практически. Вот попробую вот такую пропью, девчонки. Как она там выглядит у нас. Омега. Вот такая баночка пластиковая. Обычные капсулки, такие же, в принципе, как и Faberlic. Faberlic, только они побледнее и немножко не круглые, овальные. Посмотрю, будут ли от этой такие пятнышки на теле появляться. Так, и витамин D3, да, собственно говоря. Витамин D тоже, он совсем бюджетный, был рублей 80, что-то 90 тоже так. И как бы и состав у него обычный, как и у витаминов, которые дороже. Поэтому решила взять такой. Вот тоже витамин D сейчас пропивать прям хочется, потому что после этой унылой зимы, не после, она еще длится у нас месяца два будет, и он, мне кажется, просто необходим. Ребенку буду давать. Вот. И, собственно говоря, вот они, оттеночные маски. Девчонки, это маски от Estelle. Я когда темненькая была, мы с вами тестировали оттенок 6-7. Он очень крутой. Мне нравится то, что они долго держатся на волосах по сравнению со всеми другими средствами. Очень долго. То есть, ну, у меня помывок 5. Потихонечку цвет бледнеет, но тем не менее он держится на волосах. У меня даже вот оттенок 6-7, он закрашивал седину. И я не красилась как-то месяцев 8, пользовалась только вот этой оттеночной маской. Она мне закрашивала седину, и все было как бы камильфо, вообще супер. Estelle, Ятон. Я их обожаю. И найти, раньше они фикси были, потом перестали завозить их туда. И сейчас найти можно только в подружке, я видела. И вот на Аптека.ру есть множество оттенков. Там было представлено 4 оттенка для блондированных волос, для светлых волос, точнее, да. Я взяла вот эти 3. Перламутровый, пепельный и жемчужный. Хотела сначала миксануть, нанести на волосы, но, наверное, чтобы для наглядности и вы понимали лучший результат, мы с вами их будем пользовать поочередно. Сейчас какой-нибудь выберем из этих цветов, посмотрим.
помощнее. И чтобы вы видели, как именно этот оттенок убирает желтизну, давайте перемещаться скорее в ванну. Вот, девчонки, смотрите, как выглядит цвет до. Он у меня и такой, в принципе, устраивает, красивый. Но хочется немножко добавить пепла, потому что, смотрите, он сейчас абсолютно такой, как мой цвет глаз. На самом деле круто. И да, пусть в нем есть легкая какая-то желтизна, какой-то, ну, как песочный, что ли, не пойму. Но он так здорово перекликается с цветом глаз, мне это нравится. И глаза мои какие-то становятся немножко другого цвета. Сегодня только с девочками в комментариях обсуждали, хамелеон у меня или не хамелеон. Слушайте, походу, дело хамелеон. Когда я брюнетка, они у меня карие. Когда я посветлее, они у меня становятся какие-то болотного цвета. Интересно, в общем. И вот так выглядят волосы после укладки. 3 дня назад вот этой вот фен-расческой. 3 дня прошло. В принципе, мне можно было их сегодня и не мыть бы. Они прекрасно выглядят, прекрасно лежат. Проснулась с утра, расчесала и ходила сейчас в шапке по делам. Вот. Красота вообще, да и только. Но мне надо ее показать вам в работе, мне надо показать масочки. Поэтому я сейчас помою голову на вымытые волосы. Бальзам ничего потом применять не буду, потому что эти маски от Estelle, они еще и ухаживающие. Хотя я знаю некоторых девчонок, которые, ну, единицы, правда, таких, которые пишут, что пересушивает. У меня ничего не пересушивает, вот эти маски Ятон абсолютно. Они ухаживают, волосики после них блестящие и мягкие. Так, все, я пошла мыть голову. Будем выбирать с вами оттеночек тонирующей маски. Все, девчонки, я помыла волосы. Давайте с вами открывать по порядку. Я хочу посмотреть, какой из них прям посинее, что ли. Так, первый 10-16 пепельный. Вот такая картиночка здесь. Мне обычно вот такого тюбика хватает на 2 раза. Грубо говоря, на месяц. Ну, может, чуть поменьше, может, на 3 недельки. Пепельный. Девчонки, он такой светленький, светло-сиреневый. Видите? Такой вот, в принципе, никак на тюбике нет. Светло-сиреневый. Мне хочется чего-то посинее. Давайте посмотрим дальше. Так, 1061. Перламутровый. Здесь красивый, кстати, отлив такой, но на коробке нарисован должен быть. Они зафольгированы, если что, все. Вот, он синенький уже. Он такой прям поядрёний. Сине-фиолетовый. Но он такой поядрёний прям цвет. Больше в синий. Так, и третий оттенок 10.05. Жемчужный. Он у нас с розовым отливом нарисован. Нарисован с розовым. Но какой он у нас тут по факту, сейчас посмотрим. Потому что нарисовать можно все что угодно. Вот у меня, кстати, стоит еще не до конца доиспользован оттенок 6-7, когда брюнеткой совсем была, да? Класс. Так. Этот оттеночек тоже такой, знаете, он легко-легко такой. О, видите, какой розово. Розово какой-то, надо вытереть, девчонки. Перламутровый. Такой вот. Может, меня не взять, в принципе, такой оттенок. У меня волосы достаточно темные, не совсем блондинка. Так что мы с вами будем пробовать, девчонки, перламутровый ядреный. Эта краска отпечатывается на ручках, поэтому нам нужны будут перчатки, то есть окрашивает их. Да? Сейчас я найду перчаточки, что их искать, они лежат. Вот они от краски у меня остались. И будем с вами наносить на волосы. Я обычно наношу плотненько на чуть подсушенные волосы. Прям как краску обволакивая как следует. И такие маски, несмотря на то, что там написано на инструкции, такие маски оттеночные вообще. Ну что тут у меня? Вид испортился. Такие оттеночные маски, оттеночные бальзамы и оттеночные шампуни нет смысла наносить, если у вас есть желтизна, на 3, 5, 10 минут. Ну, вы просто разочаруетесь. Только 20 минут это минимум. И не меньше, девчонки. Минимум 20 минут. Я хожу и 30, и 40. Вот тогда результат классный, тогда результат стойкий. То есть как краску держим. Что вот эти оттеночные все шампуни для блондинок, да? Вообще бессмысленно просто ими мыть голову. Я когда была светлей, я даже все оттеночные шампуни, которые у меня были, я их держала на волосах тоже как маску. Тогда есть эффект, тогда действительно убирается желтизна. Так, расчесала немножко свои волосики. Сейчас прям погоним с вами по прядочкам, по проборам. Я прям вот так наношу. Можно и кисточку взять. Ну, руками хорошо распределяется. О, какой ядреный, да? Должен взять. Я просто еще ни разу не пробовала
на светлых волосах вот эти вот оттенки. Я очень много времени брала оттенок 6-7 для брюнеток. Такой красивый отлив дает волосам, на волосах. Что я говорю, вот 8 месяцев вообще не пользовалась краской для волос. Хотя и седая. С этим прекрасно справляется Эстель. Хотя, что касается вот таких вот профессиональных средств от Эстель. Шампунь у меня тоже был нейтрализатор желтизны для блондинок. Там какой-то уход для волос я покупала не совсем бюджетный. Мне не нравится. Что касается краски для бровей, мне не нравится. Ну, для волос краски, ну так, среднячок, тоже как бы ничего особенного. Но вот эти маски Ятон, это прям моя любовная любовь. Можно прям вот так ручками. Если волосы длинные, конечно, этой упаковки только на раз хватит. Моим пока на два должно хватить, я надеюсь. В общем, девчонки, вот таким макаром мы все с вами волосы, как краской, да, как следует, покрываем. Сейчас я все это доделаю, к вам вернусь. Все, девчонки, я нанесла цвет чернил такой. Он вам немножко более сиреневый, чем на самом деле есть. Он как-то больше синий. Надеюсь, что результат нас порадует. Я, кстати, потратила, наверное, 3/4. Смотрите, у меня там осталось немного. Оставлю, может, с каким-то оттенком потом миксаном. Я прям так обильненько. Знаете, так муслякать волосы, как обычной маской или бальзамом, да, как вроде как и по инструкции, да, не прокатит, так не пойдет. Как красочку нужно на все волосы тщательно нанести. Я нанесла на все волосы, прочесала, заколола, засекла время. И буду ходить я, наверное, полчасика, девчонки. Полчасика подотрем с вами то, что нам не нужно. Все. И вот так буду ходить полчаса. Потом мы с вами смоем и посмотрим на результат. Я вам про цену не сказала. Маски вот эти стоят на Аптекру, по-моему, 86 рублей. Каждая. То есть, учитывая их стойкость, я считаю, что это нормальное соотношение цены и качества. Точнее, идеальное. Потому что мне еще нравятся, знаете, какие оттеночные, девчонки? Престиж. Я вам уже их тоже показывала. Но они не такие стойкие. Но они дают красивый пепельный оттенок. B01, B02. Их там тоже много платиновых пепельных. Такой они в синей коробочке. Тоже как-то вам показывала. В Инстаграм пост был. Но они не так держатся, к сожалению. Вот Эстель помощнее. Ой, помощнее артиллерия. Поэтому все, выжидаем время. Будем смотреть на результат. Ну все, прошло полчаса. Сейчас я буду смывать волосы. И мы с вами посмотрим, какой они приобретут оттеночек. Все, смыла. Вода была синяя. Не сиреневая, а синяя. Смотрим. Пока ничего не понятно. На мокрых волосах. Но они очень гладкие, очень мягкие, девчонки. Ну, прям очень-очень. Сейчас мы с вами протестируем. Не протестируем, я тоже и сушилась один раз. Покажу вам щетку. Щетку фен. Она вращающаяся, девчонки. Это у нас Raventa Brush Active Keratin and Shine Elite Model Look. Вот. Вот как она выглядит. Если кому интересно, я вам покажу потом поближе название, марку. Я в Эльдорадо заказывала за 3800 с чем-то. У меня там было еще 700 бонусов. Она мне обошлась, поэтому в 3000 с копейками. Сушит очень быстро. Волосы не цепляет. Прям вот Алене Ризван респект за то, что посоветовала однажды вот эту щетку. Это я еще несколько месяцев ждала. Зачем, непонятно. Я не представляю вообще, как я без нее раньше жила. Ладно, давайте тестировать. Смотрите, каким образом я это все дело делаю. Я убираю часть волос. Ой, у меня голова местами даже где-то синяя. Ну ладно, при следующей помывке смоется. Я их вот так вот закалываю, чтобы они не мешались. В идеале лучше их немножко подсушить естественным путем, чтобы они немножко на воздухе посохли, да, и потом уже укладывать. Но у меня сейчас особо и времени нету, поэтому мы с вами прям сразу на такие вот влажные волосы. Ой, ну я вижу оттенок красивый. Сейчас высохнут, будет по-любому круто. Смотрите, здесь у нас две кнопки. Одна вращает в другую сторону, другая в другую. То есть смотря с какой стороны вы укладываетесь. Кнопку надо держать. То есть я думала, нажмем и все, она крутится. Нет, ее надо держать. Включаем. Здесь у нас 3 режима. Первый, второй и холодный воздух. Я на первом укладывалась. Мне достаточно и первого режима. Он достаточно быстро, качественно все делает. Давайте я сейчас включу, и вы посмотрите. Так, вот здесь колесиком. Оп! Это первый режим. Вот как вращается щетка. Кстати, в одну сторону. Другую. Второй.
и холодный. Прям холодный-холодный. Здесь в комплекте было две насадки. 50, по-моему, 40 или 30. У меня вот эта самая большая, 50. Я вам сейчас покажу вторую. 50 и 40, девчонки. Вот так вот щетки эти приходят в таком вот как чехольчике в коробке, да? Вот это 40, да? Вот это 50. Вот они какие. Очень такая, не то чтобы мягкая щетина. Но, в общем, то, что надо. Волосы вообще не цеплять. Давайте я вам покажу процесс сушки со звуком пока. А потом уже не буду шуметь. Я беру вот так волосики. И включаю щетку. Я только пока все время забываю, вот, правильно включила, в какую сторону. Держим кнопку. Можно вот так повыше поднять, чтобы при корневой. Щетка не цепляет. Потом немножко отхожу, просушиваю дальше, да? И кончики. Она достаточно быстро сушит. Вот, видите? И придает им обалденную форму, как после салона. Я не очень люблю, когда у меня подкручено вот здесь внизу сильно. Поэтому я потом вращением в другую сторону немножко выпрямляю. Этой же щеточкой. Вот так, видите? Чтобы не сильно было внизу подкручено. В общем, как душе угодно. Какую сторону, как хотите. Локоны хотите себе делайте, все что угодно. То есть можно щетку вот так сделать, да? И сделать локон. Он получится. Не на моих, конечно, таких сильно коротких волосах. Но при корневой объем. Вообще красота. Вот уже все сухо. Что я делаю дальше? Дальше следующую прядку. Ой, какой отлив на волосах получился классный. Желтизну нейтрализовали, девчонки. Вот это, чтобы не мешалось, не цеплялось, закалываю. Так удобнее мне. Включаем, погнали дальше. Таким образом. Мы можем задать любое направление завитка. В конце я вам покажу, это смотрится очень красиво. Допустим, мы берем вот крайнюю прядь и вот так ее уводим в сторону. И у нас получается, вот она как-то будет лежать красиво. В общем, девчонки, я сейчас немножко, но быстрее на съемке буду досушиваться. Вы посмотрите, как все это дело происходит. Потом с вами посмотрим на цвет при естественном освещении. Довольно быстро. Вообще, это моя любовь теперь.
Ну вот как бы, девчонки, и все. Посмотрите, как лежат волосы. Тут голь на выдумке гораздо. Куда хотели, захотели локон, туда и положили. Они идеальные. Просто идеальные. И на второй, на третий день эта укладка сохраняется. Смотрите, какая красота. Как захотели, так и сделали. Все, у вас прическа, у вас укладка. Каждый день, смотрите, как красиво. Обалденная. Я в восторге. Сзади я не видела, но все равно щеточку удобно моделировать сзади. Очень красиво. Получается, и на второй, и на третий день все достойно. Цвет. Желтизна нейтрализовалась. Я не стала, конечно, совсем серой, но стал такой более нейтральный, более натуральный, такой серенький. Сейчас я вам покажу при естественном освещении. Вот как называется щетка, если вас вдруг заинтересует, да? Потому что я тоже брала по совету блогера, которому доверяю. Не стала экспериментировать. Они есть и дешевле, есть и дороже. Разные. Babyliss приблизительно такая же цена. Но я решила взять проверенный продукт. Вот так она выглядит. Вот, девчонки, смотрите, какой цвет, да, такой уже более-менее, прям ржаный такой нету. Красивенький уже такой цвет, хороший, мне нравится, здорово. Вот как волосики лежат, видите, как здорово. Все, причесочка, кончики запаянные все, нигде ничего не топорщится. Там, по-моему, еще у этой щетки есть ионизация воздуха, то есть снимает статическое электричество с волос. На вот этих двух вращающихся насадках керамическое покрытие. Опять не подумайте, это ни в коем случае не реклама. Я увидела сама у блогера, у своего любимого фен-щетку. Уже месяца 4 думаю над ее покупкой. В итоге купила, очень довольна, поэтому делюсь с вами. У кого, девчонки, короткие волосики, каре и так далее. Вот смотрите, цвет, да, передается сейчас хорошо очень. Это прям находка. Это такая находка, это так облегчает жизнь. И поднимает самооценку, потому что ты становишься красивее, красивее. Вот. Так что вот так. Поэтому я вам никаких ссылок на щетки не оставляю, потому что это не реклама. Это я вам просто вот от души рекомендую то, что я нашла и чем пользуюсь сама. Оттеночной маской тоже довольна. Все хорошо, все достойно. Желтизна убирается, цвет ровный, все прекрасненько. В общем, прям чики-пуки. Так что смотрите, я покупала в Эльдорадо. А так они, в принципе, наверное, есть везде. И на Вайлдберрис, на Озон эти щетки. Я, кстати, не смотрела там цены, честно говоря. Может, и подешевле. Но просто у меня в Эльдорадо баллы были, да, и поэтому, конечно, там покупки все в основном совершаются. Покупки техники. Ну вот и все, мои хорошие. На этом видео буду заканчивать. Если остались какие-то вопросы, пишите, с удовольствием отвечу. Вас всех люблю, целую. Всем пока-пока.